Накануне отлета девушки собрались в ДК по НТЗ. Последние приготовления, последние слова наставника. Самое главное – это подбородок, улыбка. Улыбнись, пожалуйста. Вот, вот спина. Если вы хотите, не надо руки держать вот здесь. Вот, держим, объясняем. Никогда мы не прячем глаза вниз. Если мы общаемся, то мы общаемся открыто. Уже завтра Москва встретит первоуральских красавиц. Уже в 19-й раз в столице будет проходить общероссийский финал конкурса «Краса России». Первоуральске впервые конкурс состоялся 2 года назад. По традиции, победившие в городском состязании красавицы едут защищать честь Первоуральска в Москву. 25 ноября будет финал проходить в Москве. Пока еще место неизвестно. Будут участвовать около 60 девушек, то есть представлять различные города России. У них будет подготовка, то есть они уезжают вот 2 ноября, получается ночью. Будет подготовка почти что месяц. Девочки будут подаваться различным дисциплинам. У них будут различные этапы, это какие-то проекты, акции различные, экскурсии по Москве. То есть у них будет обширная программа, и потом это будет уже в виде красивого шоу. В этом году на конкурс должна была отправиться Кристина Тагрипова. Однако у Кристины поехать не получилось по семейным обстоятельствам. Волнуясь, она провожает подруг. Я безумно счастлива за девочек, что они едут, что они будут представлять наш город Первоуральск в городе Москва. Я им желаю победы. Пусть Москва готовит 2 короны, потому что девочки молодцы, они действительно стараются. Ольга Халявина, первая вице-мисс «Красы Первоуральска», уже знает, что будет ее коронным творческим номером на конкурсе. Она подготовила коллекцию из 3 платьев в стиле необарокко. Название коллекции – «Осенний джаз». Показ пройдет под музыку Адриана Челентана. Настроение боевое, полное уверенности в себе, готова работать над собой, готова побеждать. Ольга надеется как минимум войти в 5 победителей общероссийского конкурса. А первоуральцам остается ждать результатов и пожелать удачи нашим красавицам. Александра Подубная, Карина Кирогасьян, Ксения Иноземцева, Владимир Махмутов, Интера ТВ.